В Амценском районе заложили фруктовый сад. Появился он в Междуречии. Это населенный пункт, в котором проживают 22 семьи. Их называют еще поселенцами, которые вместо комфорта в городе выбрали проживание в лесу. Так как у нас у всех есть личные участки, но когда нам нужно проводить общие мероприятия, нам становится уже тесновато, и поэтому мы решили запланировать как территорию для общих дел, чтобы можно было спортом позаниматься, чтобы можно было хороводы какие-то поводить, праздники отпраздновать, и все вместились туда. Поэтому мы вот решили начать с озеленения этих территорий. Саженцы купили в Орловском питомнике и ездили в тульский питомник «Корни». Закладывать сад междуреченцам помогали не только орловчане, но и жители Липецка, Калуги, Рязани.